Сегодня будем ремонтировать недавно заказанные наушники, потому что перестало работать левое ухо. Вот, ремонтировать будем самым дешевым паяльником из фикс-прайса. Просто другого ничего не нашлось, этот кусок. Угу. Вроде бы как греется. Не знаю, будет ли он там паять этот пластилин или не будет, посмотрим. Но нагревается, так нагревается. Ну, не 100-ваттным же паяльником нормальным паять. Поэтому обязательно куплю себе новый. Обязательно будем паять нормальным паяльником. Но не сейчас. Пока не сейчас. Потому что за паяльником нужно ехать далеко. Деньги на него, конечно же, есть. Но просто время. А хочется починить очень быстро, чтобы дальше слушать Дзидзо в супер качестве. Так что погнали. Собственно, история такова. Сегодня перестал работать один динамик. Ну и поскольку это все-таки хорошие наушники, захотелось его отремонтировать. Левый перестал работать. Скрывается очень просто. Вот здесь вот, вот. Тут небольшой клей был. Ну, в общем, подклеено было. Прям за жилку вытаскиваем. Он у нас отвалился, и мы даже видим, где отвалился. Единственное, что нам нужно будет, это его назад припаять. И все. И, соответственно, проверить. Так. Паяльник у нас практически нагрелся. Паять нужно без кислоты. Потому что кислота в данном деле нам не нужна. Из-за нее, опять же, может отвалиться впоследствии. Сам кабель. Паяльник, конечно, слишком дешевый, лудиться не хочет. Ну, сейчас попробуем что-то с этим сделать. Нам тут, в принципе, подпаять один контакт надо. Нужно будет залудить сам провод. Ремонт этот слишком простой. Нам не пришлось ничего подрезать. Попробуем немножечко кислоты все-таки капнуть, хотя я не сторонник этих. Ее надо будет потом сильно выгревать. Но зато у нас очень быстро здесь схватился припой. Далее надо будет разместить его правильно, чтобы спаять. И готово.
осталось только дело за малым, проверить это дело и, соответственно, запаковать. С тобою мы все поженили. Ну, то есть, все работает. Можно запаковывать. Для того, чтобы нормально запаковать, будем использовать клей-момент. Момент гелевый. Его нам нужно будет совсем чуть-чуть, для того, чтобы просто немножечко зафиксировать. Поскольку он у нас гелевый, очень хорошо его будет, но это металл какой-то здесь в четырех местах закрутили. Так, и теперь зафиксировали. Лишний клей вытираем сразу. Его тут практически нет. Так, только нам надо было вот сюда ее. Ну и проверяем. Немножко рекламы. Все супер. Ждем, пока высохнет клей, и пользуемся дальше. Ну а на этом ремонт у нас заканчивается. Все-таки не получилось обойти без кислоты. И скорее всего, что когда-то кислота даст о себе знать. И нам придется его еще раз в этом месте переделывать. Поэтому далеко прятать не будем наш клей, паяльник и все остальное. Ну а пока, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!